Эта коллекция называется «Десерт». Я решил представить в образе девушки очень сладкой. Это, конечно же, 50-е. И яркие, сочные карамель цветная. Это и пастельные цвета, цветы, которые напоминают зефир. Это и рукава с винтом, бантики. Вот, получается, на лифе платье, как рассыпанная цветная карамель. Это баски, которые очень актуальны в этом сезоне и делают образ более женственным. Эта коллекция как гимн женственности. Это вещи, которые выглядят не только красиво, снаружи, но и очень красиво выглядят изнутри. То есть это очень большое внимание к деталям. В том числе и оформление наших заказов. То есть это обязательно калька, это банты, это какие-то кружева. То есть это сказка. Наш круг клиентов, друзей, он растет. Любая женщина, которая хочет выглядеть стильно, красиво и запоминающаяся, это наш клиент. Шоурум у нас представлен только в Екатеринбурге. Сейчас идет запуск второй линии и работа с магазинами, такими как «Республика», которые представлены в нескольких городах России. Это, естественно, интернет-магазины несколько. И также мы через сайт продаем, также отправляем вещи и по почте. Самая главная ошибка – это вот тупо следовать моде. На первое место выходит стиль. Это самое главное, потому что каждый человек, он индивидуален. То есть поймите свою вот эту индивидуальность и украшайте себя только теми вещами, которые действительно подчеркивают все ваши достоинства. И формируйте гардероб только теми вещами, которые вас украшают.